ребята, приветствую вас на канале Роли Гейм Онлайн, с вами Росси. И мы продолжаем играть в Imperial Glory на высоком уровне сложности за Египет. И в этом видео мы начнем разбираться с повстанцами, а именно в Османской империи, Триполи и в Марокко. Не забудьте подписаться на канал, если вы это еще не сделали, нажмите обязательно на колокольчик, ставьте лайк или же дизлайк и оставляйте свой комментарий по поводу прохождения, ну или просто пишите, пообщаемся. Итак, значит, готовим наши войска к оказанию сопротивления. Хотя тут, в принципе, и оказывать-то особо некому. Но я выведу всех. Я выведу всех, чтобы они поняли, что больше такого не будет. Кроме тебя, ты битое колечко, ты не нужен. Так, значит, Османская империя у нас готова. Триполи. Вот в Триполи будет посерьезнее, но я думаю, мы справимся. Триполи будет посерьезнее, но мы справимся. Конечно, потом наш контингент придется после этого латать. Как же без этого? Но тут будет тяжело. Ну а здесь, думаю, справимся. Завершаем ход и начинаем вакханалию. Итак, первое. Значит, Триполи. Нападающие 540 против 286. Конечно, команда отлично. Сейчас попытаемся сломить ход событий. Попытаемся противостоять. Хотя, в принципе, может, конечно, и не получится, но перезапускать мы, конечно же, не будем. Итак, это пустыня наша. Как эти подлецы смеют отнимать ее у нас? Да никак. Пропускаем эту ненужную заставку. Начинаем сражение. Так, ребята, которые дальше всех стреляют. Наши французы любимые. Так, и сюда. Конница. Обойдем их где-то аж сзади. Как сказать, в спину. Просто посмотрите на эту тьму по сравнению с нами. Сколько их много. И что самое главное, вот это арабское ополчение, это очень опасная сила, которой придется считаться, особенно когда они будут штурмовать наши здания нашими стрелками. Стратегически важный объект захвачен. Это будет тяжело, ребята. Это будет тяжело. Так. Только без приказа. Может быть, они увязнут в речке в этой, когда будут ее форсировать. Но это не точно. Так. В линию. Французики наши. Вот так. Так. У вас боевой порядок. Угу. Ладно, пока ждем. У них здесь стрелки. Вот и вот. Это все арабское ополчение. Одиночная шеренга. Колонна. Не спешим. Наши безумные пушки уже куда-то стреляют. Ага, где-то до сюда они достреливают. Хорошо.
Я, кстати, не знаю, что это значит стрелять. Я им не указывал, но пускай стреляют. Они показывают, что они, наверное, куда? Это здесь вы можете стрелять? О! Все, уже они начали стрелять в правильное русло. Хотя бы. Короче, нам сейчас наши пушки нужно будет защищать от вот этой толпы, которая на них ринется. И в этом нам помогут наши конные. Смотрите, как издалека красиво смотрится. Они такие стоят, готовятся к нападению. Пушки их уже простреливают. Так, ну допустим, эти три отряда я с собой свяжу. Своей, как бы, конницей. А вот эти все остальные, они будут врываться. Так, ну что-то я не вижу, чтоб они предпринимали каких-то действий. Ну давайте, ребята, вы ж воюете за свою свободу. Ж вы восстали. Хотя я вам принес демократию, республику, построил вам школы, предоставил вам место работы, медицину, а вы вот так. Нехорошо, нехорошо. Последнее приготовление, я так у них думаю, происходит. Вы папа. Что-то я так пропустил это мимо ушей, так сказать. Те стоят пока. Не подходят они ближе на расстояние выстрела пушек. Пушки все равно не достают. Куда лучше стреляйте? Все, пошел замес. Горы мне эти мешают. Ой, есть попадание, хорошо. Пока все отлично. Блин, вот эти плохо завязались. Вперед, вперед, вперед. Все, потерял я пушки. Ладно. Постараемся. Нет, все, пушки мы не спасли. И на штурм. Ладно, попытаемся их обойти и зайдем стрелкам в спину. Ну, это победа, но пирова победа. Ваши войска уничтожают противника. Давай, 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 давай. Они приняли решение сдаться. Жалко, жалко свою артиллерию. Красавчики, они там, считаю, нормально так покосили людей. Они заглупили, пошли там, где я ожидал. Пошли форсировать озеро.
Опять врага. Да нет, пусть бегут. Смысл. Итак, общие потери. То, у них 540. Освободить пленных. Следующее. Легкое сражение. 540 против 478. Да, хочу командовать лично. Это у нас свеженькая Марокко. Ну чего, ребята, мы всем покажем, как уважать новую власть. Итак, враг пытается вырвать эту территорию из наших рук. Мы никогда не склонимся перед захватчиками. Я прошу вас приложить все силы, чтобы защитить земли. Да ладно, выдыхай. На поле боя мы сможем использовать несколько выгодных позиций. Одна из них — деревня. Здесь нам будет проще отбить атаку противника. Наша первая цель в этой битве — руины. Мы должны удержать их любой ценой, и эти древние камни станут хорошим оборонительным рубежом. Окей. Так и сделаем. Так. Значится. Что-то мы сразу только атаковать, а засесть мы там не можем. Тогда там засядем. Пушки, пушки, пушки. Сюда. Я что-то думал, что в этот лагерь можно сесть, а у него садиться нельзя. Очень жаль. Так, хорошо. Тогда будем встречать их здесь. Вы заняты. Вы шагаете. Вы шагаете сюда. Этих стрелков мы поставим чуть вниз, потому что у них дальность. Вот так вот, пожалуй. А вас двоих, да, на всякий случай. Ну, собственно, все. Так, ну и, конечно же, всем вам атака без приказа. Нет, вас оставим на подхвате вот здесь. Стратегически важный объект захвачен. Надо бегом, бегом. Раньше прибежали, раньше встали. И отдыхайте себе. Они немножко не в ту степь идут, скажем так. Ну ничего. Мы даже можем еще чуть ниже спустить их. Заехали. Разворачивая же бандуру свою.
Да давайте скорее, как-то вы тупашите. Хватит. Ты там сейчас своих перестреляешь. Так, тебя можно сюда перекидывать. Результат этой битвы всецело зависит от вас. Ваши солдаты побеждают. Понятно, что побеждают. Катитесь, катитесь сюда. Они могут еще отступить. Где стоят? Пока мы вытягиваем этот бой. Здесь разобрались. Усилим сюда. Ваша армия близка к победе. Пацаны, вы лучше. Перестраивайтесь. Будете пушки защищать. Разворачивай бандуру. Хорошо. Ворвались хорошо, не дали. Опять пушки потеряли. А нет, нормально. Их стянули, уже хорошо. Огонь по дальним. Артиллерия, давай. Выстрели, нет, хорошо. Застрелила. Это было легко, даже легче, чем с прошлыми. Я просто гениальный генерал. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Нет, не преследовать. Потери 123 против 540. Отпускаю. Бегите. Глупцы. Итак, легкое сражение. 540 против 450. Да, хочу лично командовать. Это на сегодня в этом видео последнее. Кстати, обратите внимание, как они складно все вместе восстали. Это с умеренной выскочкой вторглись в Анатолию, уверенные в собственной непобедимости. Да, мы сейчас им горький урок преподнесем. Так вот. Короче, мне кажется, это кто-то их подкупил. Наверное, Австрия. Потому что все сразу встали и начали меня бить. Схватка в городах. Для нас это большое преимущество, поскольку мы хорошо знаем эту местность. Несомненно, мы сумеем первыми захватить главный стратегический район, поселок. Захватить его и приготовьте к обороне. Хорошо. Вот тут у нас три дома. Хорошо. Раз, два, три. Пушки. Раз. Пушки. Два. Ты у нас остался. И ты остался. Хорошо. У вас сюда.
конных поделим вот так. Вас на эту сторону. А вас на вот эту сторону. Значит, всем вам атака без приказа и бегом, блядь. Извиняюсь за свой французский. Конечно, мы французы. Ну, думаю, тот же стартовый набор. Стартер-пак будем его так называть. То есть пару отрядов стрелков и все остальные крестьяне с палками. Пушки-ки. Короче, если до начала битвы пушки доедут, это будет хорошо. Даже, я бы сказал, к концу битвы, если доедут, то это будет отлично. Стратегически важный объект захвачен. Не могу расположить, мне это не нравится. Вот так. Вы готовы, воины? Да, капитан. И генерал. Хрен его знает. Как же вам тяжело. Интересно, это у них такое качество непонятное. Это у них усы или платки? Усы, наверное. И все усатые у меня ребята попались. Ваши солдаты побеждают. Ага. Короче, я так думаю, они хотят меня обойти вот здесь. Вот этих, короче, мы с дома достанем. И поставим сюда. Так. Разворачивайте свою богадельню. Можете уже начинать стрелять. Ну то я боюсь, что вы тут и не выстрелите даже. Как к победе. Ну, короче, эти пушки упали в любом случае. Эти еще на ходу. Ну, пока все хорошо.
уничтожает противника. Уже в ближний пошли. А, тут уже наши закончились. Все, пушку сворачиваем. А, они отступили. Даже не успел пушку свернуть. Ребята, ну в третий раз еще лучше получилось, мне кажется. Сейчас статистику посмотрим. Как у нас, да, получилось одно видео. Прям экшен на экшене, экшена погоняет. Преследовать врага нет. Зачем они так? Да. Потери 16 против самое лучшее. Освобождаю. Там некого освобождать. Я понял свою тактику. Какие-то там передвижения. Я их не вижу. Но мне это не нравится. Покажите мне уже карту. Общий счет. Да, что-то там на меня кто-то нападает. Так что-то. Угу. Вон уже вижу Австрия. Уже вижу. Этот ход закончится или нет? Вот там. О, все. А нет, Австрия не напала, нормально. Теперь, когда государство, их государство освободилось от власти империи Тунис, участились случаи дезертирства. Солдаты из региона Папская область, в которых империя Тунис набрала на территории. Тут что-то произошло. Тунис отступил. Теперь это все не Тунис? О-хо-хо. Вот это поворотик. Итак, ребятки, вот такой у нас получился с вами замес. Значит, битые войска, тут надо будет сразу нам кавалерии пополнить. Что тут у нас? Тут все печально, очень даже печально. Так. Хоть вы и красавцы, но вас придется расформировать. Так, конница. Заходите все обратно. Итак, значит, нам надо конница, и нам надо стрелков здесь. Ряды. Так. Итак. Здесь у нас что? Вас вот так хотя бы. Конница. Тоже вот битая. Перебитая. А, я вас не могу соединить, потому что вы с разных этих. Значит, сюда надо конница. Раз. Стрелок. И конница. Значит, стрелок, конница и артиллерия здесь. Я уже кого-то поставил, да, вроде? Да, вот я поставил. Вроде так. Ну, здесь мы теперь можем нанимать. Начнем мы. Наездников на верблюдах. Вот такое, ребята, у нас вышло видео. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Повторюсь, нажимайте на колокольчик. Оставляйте комментарии. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Imperial Glory. Ваше любимое за Египет на высоком уровне сложности. Всем пока.